Уже в баньке. Бац, бежим. А, полотенце падает. Антон. А, я вам купил билеты. На завтра в Питер. Домой, брат. Как на завтра? Вот что значит популярность. Решили не по погоде заснять челлендж. А сейчас настало время почитать ваши комментарии, которые вы написали под видео. Всем привет, это «Жизнь одной птицы», 10-й выпуск, юбилейный. И в этом выпуске будет празднование 23 февраля в бане, съемная хата Антоши Питерского и поездка в МСК. Думаю, будет вам интересно. Погнали! Сегодня четверг, 23 февраля. По нашей традиции мы с парнями идем в баню. Вы, наверное, не поняли, мы идем не в обычную баню, где будет блэкджек, сауна, девочки. Мы идем именно в общественную баню, где заходит в парилку человек 60 и поют песни там. Опаздывает. Это лично на нашем случае. Ребята, чуть Питер не упал. Далеко. В Питер? Ты что этого не высадил в Питере? А? Ты что этого в Питере не высадил? Что забыл? Он теперь с нами, блин. Антон, а? Ну пойдем в Питер недалеко. Пойдем с нами в баню. Я в Питер еду, ребят. Да пошли в баню, а потом в Питер. Мы потом тебя проводим. А, да? Да. Вообще, пешком. Души, пацаны, все, пойдем. Дай, ты в Москве? Я в Москве, брат. Забери меня, пожалуйста. Ваня, я тут на Кутузовском застрял. Принеси, пожалуйста, пип. 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 Алло. Как, кайфово здесь? Конечно, кайфово. Банька, да, самый кайф. В общем, ребят, я так решил для себя. В Питер я не еду. В мае. Давай мы тебе, короче, в мае в Питер придем. Да, давайте. А пока я с вами тусу. У меня, я тебе, короче, квартиру сниму. Если бы на авиаторах будет. Нет, на Гагарина. Ну там, в той стороне, короче. Будет от... Ну мы, если что, проводим тебя, не волнуйся. Все, ребята, от души вам спасибо. О, уже в баньке. Бац, бежим. А, полотенце падает. О! Ужался! Опа! Где Женя? Где он? А, нет он. О! Все. Напарились, сытые, согретые, чистые. Идем домой. Вон. А продолжение будет? Там все наши. Там наши. И все сидели в двух кабинках. Спасибо огромное русской бане. Она сделала наш сегодняшний день. Скоро вечер, пойдем дальше праздновать, отмечать. Да? В какой бане поют песни в парилке? А я вам скажу, в нашей. Как только мы вернулись из бани, наши девушки решили нас порадовать и сделали нам маленький подарок, который нам очень понравился. Девчонки, спасибо вам огромное. Я знаю, вы смотрите это видео. Мы вас обожаем. А что вам подарили девушки на 23 февраля? Вот лично нам наши девушки подарили машины! Отвратительная погода. Но сейчас я еду к нашему Антоше, питерскому парню, на хату, которую мы сняли, пока он проживает вас. И он проживает с нами. Все, приехали. Сейчас надо... Нет. Смотрите фокус, ребят, покажу. Смотрите, квартира. А, действительно? Шаурма. Пирожки не продаются. Пирожки есть? Нет, я сейчас в Питер поеду, ребят. Мы как им тебе квартиру нормально сняли? Квартиру нормально сняли? Да, ребят. Питержец? От сердца, вот спасибо, реально. Сейчас поживу месяцок и с вами на майских в Питер еду. Хорошо, но мы пока в магазин. Да, ну мы... А откуда он здесь? До сих пор его в Питер еще не отправил. Я хотел. Я тебе вчера говорил, что ты в Питер его отправил. Блин, сколько его можно здесь? Ты можешь платить ему за квартиру, скажи мне, пожалуйста. Я вот у магазина взял в аренду. Вот смотри, открыт 24 часа. Это ломбард. Хорошо, а ты билет купил ему? Нет. Я покупал вчера, ты же... А, не купил вчера, их не было вчера. А, ты не купил? Нет, не заказал. Скоро уедет, обещаю. Антон! Я вам купил билеты. Куда? На завтра в Питер. Домой, брат. Как, на завтра? На завтра.
Завтра по. Едем в Питер, ребята! Питер рулит! Че, ребят? Вы что делаете-то? Ребят, с вами все нормально? К сожалению, в съемной квартире Антоши мы не смогли поснимать видео, потому что по правилам запрещено на съемных квартирах снимать что-либо. Поэтому мы просто потусили и попрощались с ним. Все, пока. Давай. Все, удачи тебе, давай, на связи. Все, надо ехать домой. Еще сегодня много дел. Неделя продолжается. Надо тусить, кутить, катать, веселиться. И домой кое-кого везти. Все, сейчас бежим на наш автобус. У нас тут свет. Вот ребятушки наши. Наши ребятушки. Че, как оно? Этот вечер был офигенно. Хорошим, да. Праздник не заставил себя долго ждать. Да. Приехал я на шашлыки. Сразу оделся, чтобы не выделяться с толпы. То не принимай за своего. Да ладно. Сейчас человек жарить будем. Давайте трек запишем, ты прям так сниматься будешь. Какой-нибудь там рэпчина такой, знаешь, гангста. Че, выезжаешь, все? Да. Ничего не хочешь сказать? И со своим братом. Да, с братом. Желаю счастья, здоровья, всех наступающим 8 марта. Давай. А не, мы погнали. Че, уже погнали? Папа. Пока. Нам надо Ване было починить iPad, мы вышли из дома, пошли на остановку, и тут нас встретили они. Вот так вот, нас уже знают на улице, то, что мы снимаем. Вот что значит популярность. Женя, повтори, пожалуйста. Ему можно все, потому что он классный человек. Да, вы за него голосовали? Мне можно все. Вы за него голосовали, чтобы он выиграл в танце? Так, ребята, по поводу того, кто победил в батле. Вы очень много писали свои варианты. Руся, Даня, Руся, Руди, Руся, Руслан, Даня, Руслан и так далее и тому подобное. Я подведу подсчет голосов чуть позже, потому что у меня просто не хватило времени на это все. А еще, ребята, вы упустили свой шанс, чтобы в нашей группе добавилось 300 участников и запись набрала 500 лайков. Тогда бы мы в каждом выпуске прятали бы 500 рублей в разных частях города, и вы бы могли бы их спокойно забрать. Но, к сожалению, условия были не выполнены, и решили это дело пока отложить попозже. Нормально? Офигенно. Ладно. Все, девчонки, всем пока. Бай-бай-бай-бай. Все, поехали. Приехали в Москву. Случайно. Совершенно случайно, чтобы починить Ваня iPad. В итоге Ваня отдал iPad в ремонт, мы пришли в Мак посидеть, перекусить. Так что сейчас покушаем. Все, кто смотрит, сейчас и кушает. Всем приятного аппетита. Так, ребят, приятно, чокаемся все. И чтобы тебя iPad починили нормально. Настало время почитать ваши комментарии, которые вы написали под видео. Первый комментарий написал Леонид Хаустов. Руси Уин. Комментарий написала Александра Гуманина. Ты огромный молодец, мне очень нравится твое творчество. Мы плохо знакомы, но я-то девочка из гимназии, которая летопись волонтеров пишет. Если честно, стараюсь на тебя равняться, стараюсь все лучше монтировать. Да, очень приятно, что ты на меня равняешься. Старайся, делай, монтируй, у тебя с каждым разом все будет получаться лучше и лучше, потому что Москва тоже не сразу устроилась. Все постепенно, и достигнешь определенных высот. И у тебя изначально тоже не сразу получалось. Да, у меня тоже. Вообще, постепенно мое первое видео. Поздравляю вас с Новым годом от группы БСК. Желаю счастья, здоровья, собрать себе офигенный байк, научиться много трюков. Да, оно вот такое было. Давай читай дальше. Так, следующий комментарий нас оставил уже ВКонтакте в группе нашей «Жизнь надо птицы». Продолжай сиять. Даня, а вот движение с Леди Стайлом было лучшим. Я жду мастер-класса. Руся, ты молодец. Движений мало, правда, но качаешь ты неплохо. Спасибо. Движение плохо. Следующий комментарий написал Иван Горелов. Привет. Здорово. А куда хочешь заниматься спортом? Вообще, я с детства занимаюсь спортом. Это у меня основной спорт, это танцы. Ну и танцы. А так, еще турник и железо. Все,
все понемножку. Да, ответ простой. Давай. Дальше у нас задал вопрос Наталья Якунина. Русик, а почему Даня почти после каждого движения ногу поднимает? Да, Даня, почему ты каждый раз ногу поднимаешь? Я не знаю, само как-то получается, само поднимается. А он просто после танцев батман отрепетировал, у тебя хорошо это получается. Еще аттитюд нормально даже делает. Следующий комментарий написал Егор Бойко. Женя, не Бойко, а Бойко. Все, Егорыч, понял, понял, извиняюсь. А Ване привет передавай. Ванек, тебе привет. Ему тоже. Тебе тоже, от Вани. Так, следующий вопрос она задала Катя Горомыко. Как вы потом до дома добрались-то? Доехали, короче, до этого, до Партизанской, от Партизанской, там на 404 автобус. Нам просто реально повезло, это был последний вопрос. Автобус уже было время, 12 с чем-то уже было. И потом нас просто друг уже с первого шага забрал на машине и добрались до дома. Следующий комментарий написал Влад Долгович. Руди выиграл, вы лучше продолжайте так же. Понял? Продолжай так же ногу поднимать. Следующий вопрос задал Сазан Ру. Так, фильм уже топ, мне нравится. О, да, фильм реально будет, ребят, топчик. Я думаю, вам реально понравится. Так что ждите, ждите, ждите. Скоро. Уже немножко осталось, да. Вообще, ребят, да, очень порадовал, что вы писали много комментариев. Когда вы приходили, они меня реально приполняли эмоции и появлялось вдохновение, хотелось снимать. Пишите. На все ответим. Нам вообще приятно общаться, да? Ну, на самом деле, да. Мы знаем, что нас смотрят. Сегодня такой хороший день. Как раз плюсовая температура. Да, плюс 2. Да, и мы решили не по погоде заснять челлендж. Ну что ж, начнем. Ну, челлендж на самом деле он реально простой, но он очень веселый. Он заключается в том, что набираем в рот воды, стоя спиной друг друга, полный рот. Потом резко поворачиваемся и начинаем друг на друга смотреть вот так вот. Обязательно на таком расстоянии. Только не дай бог тут вернет. Да. Ну что ж, попробуем. Что? Сейчас все готово. Поворачивайся, ну что я на него. Видно, нормально-то все? Еще да не дворники. Ссылайте видео, будем оценивать. Да. Я надеюсь, вам этот выпуск понравился. Увидимся через неделю. Пока.